Всем привет! Пятая серия нового турецкого сериала «Ветреный холм» выйдет 5 января. С русской озвучкой ее можно будет посмотреть на следующий день ближе к вечеру. Если вы планируете смотреть данный сериал, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Выгнав семью Асланлы из особняка и отняв у них все, Халиль посчитал, что справедливость наконец-то восторжествовала. Но он не знает всей правды и наказывает тех, кто ни в чем не виноват. Вина за прошлое не на всей семье Асланлы, но Халиль пока этого не знает. Зейнеп продолжает пытаться вернуть все имущество, но по закону все действительно теперь принадлежит Халилю. Семья Асланлы привыкла жить в роскоши, и теперь им очень тяжело ютиться в небольшом старом горном домике, у которого течет крыша. Видя страдания родных, бабушка Зюмрюд отправилась в особняк, но оттуда ее выкинули вон, после чего она пропала. Приехала тетя Халиля, именно она настраивала его все эти годы против Асланлы, так как у нее тоже свои счеты с этими людьми. Хотя Халилю нравится Зейнеп, он поступает по отношению к ней жестоко. Зейнеп сказала ему прямо в глаза, что однажды он сильно пожалеет о том, что сделал. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.